чем может мечтать 13-летний мальчишка? О будущем, о том, какое дело выбрать, чему посвятить свою жизнь. Но все планы нарушила война. Во время оккупации Анапы как мог помогал своим близким. Искал еду и добывал ее, часто рискуя своей жизнью. Недалеко от нашего дома был продовольственный склад оккупантов. Мне удалось помешать врагам уничтожить запасы ячменя. После освобождения Анапы в сентябре 43-го года стал сыном полка, воспитанником 28-й отдельной роты охраны штаба 18-й армии. Каширин Владислав Сергеевич награжден медалями за отвагу, за оборону Кавказа. После войны он вернулся в свой родной город, окончил 7-летнюю школу и поступил в Анапский сельскохозяйственный техникум. Принимал участие в восстановлении города и разминировании Анапы. 15 апреля 1948 года подорвался при обезвреживании вражеского снаряда, умер от полученных ран. Похоронен на старом кладбище Анапы, где ему установлен памятник.